«Спартак Приморья» провел 4-й матч в чемпионате России. Приморские баскетболисты находятся на выезде. Это их 3-я подряд игра в гостях. На этот раз встреча с соперником состоялась в Мытищах. Химки Подмосковья с первых минут владели инициативой. Уже на 7-й минуте первого периода вели плюс 15. Но переломить ход игры им все же не удалось. Химки праздновали победу 74-65. Самым результативным игроком стал спартаковец Максим Кривошеев, оформивший дабл-дабл. 22 очка плюс 14 подборов. Следующий матч приморская команда проведет в Москве 14 октября. Соперник – команда МБА.